«Мода на всю жизнь» – таким стал девиз последнего показа Жан-Поля Готье, блестящего французского дизайнера, который этим шоу завершил свою полувековую карьеру. Кутюрье, известные во всем мире корсетами со остроконечным бюстгальтером, мужчинами и моделями в юбках, своими смелостью и открытостью, для грандиозного парадного шоу окружил себя музами и множеством звезд. На сцене парижского театра «Шатле» появились американская актриса бурлеска Дита фон Тис, мисс Франции и мисс Вселенная 2016 года Ирис Митенар, американская топ-модель Белла Хадид, испанская актриса Роси де Пальма, известная по фильмам Педро Альмодовара, а также французская певица Милен Фармер, для которой Готье сделал немало концертных нарядов. Финалом стало выступление британского певца Боя Джорджа. Дальнейшие планы Жан-Поля Готье в мире моды пока не разглашаются.